нас идут достаточно активно. Люди приходят, голосуют, вот, работают. Сегодня 15 человек пришло. Вот. Ну, сегодня понедельник, как бы после воскресенья. Уже достаточно много проголосовало. Председатель избирательного участка 1998 Игорь Лобанов докладывает парламентарию. Все идет по плану. Избиратели голосуют не только активно, но и безопасно. На полу специальная разметка, при входе санитайзер, маски и перчатки. Мы должны обеспечить максимальные средствами, значит, индивидуальной защиты, дезинфекции, не допускать скопления единовременного, поэтому все должно быть очень, так сказать, четко организовано и полностью отвечать нормам безопасности вот в этот непростой период. На соседнем участке проголосовала уже половина списочного состава избирателей. Повышенную активность сотрудники УИК ожидают 1 июля. Хотя и в предыдущие дни она низкой не была. Здесь высокая очень организация. И, в принципе, присутствует все, что требуется для обеспечения безопасного голосования. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. Основной и завершающий день работы избирательных участков – 1 июля. Сделать свой выбор можно с 8 утра и до 8 вечера. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».